Друзья, всех приветствую на моем канале, с вами Настя. И сегодня мы с вами будем сеять многолетники. А именно какие? Сегодня посеем веронику колосистую, вот такую вот голубую. Дербенник, розовый жемчуг. Шалфей дубравный, два сорта у меня. И хиноцею, тоже два сорта здесь. Так, начнем с Вероники. Вероника, я уже посеяла одну партию. Вот. В следующем видео я покажу обзор рассады моих многолетников, что у меня уже есть. Вот. А сейчас покажу, как я все сажала и буду сажать. Вот в этом пакетике оказалось очень много семян, и я разделила посев на две партии. Вот, покажу, сколько здесь семян у меня осталось. Я уже вот такой вот небольшой контейнер с Вероникой посеяла. Вот сейчас взяла вот такой большой, побольше, потому что семян в этом пакетике очень много. Вот так вот высыплю. Вообще можно даже из пакетика, наверное, сыпать. Вот посмотрите, они очень мелкие, и их очень много. Вот. Как я буду сеять? Просто вот так вот поверхностно по грунту, как бы присаливая, рассыпаю семена. Можно было бы даже, наверное, еще один такой контейнер взять, потому что семян очень много, они мелкие. Вот, спасибо, конечно, производителям семян, не пожалели. Вот, ну, в общем, я все высыплю. Вот так вот. Вот так вот. Грунт у меня уже здесь влажный, здесь просто торф. Я его обработала кипятком, он остыл, и я начала посев. Здесь сделала пометку себе, что вот Вероника сегодня сажаю. Вот, и смачиваю из пульверизатора. Все, хорошенько смочила. Теперь под крышечку. Вернее, крышечкой закрываем и ставим под лампу. Следующее, что мы посеем с вами, это дербенник. Дербенник тоже, там было много семян. Я уже посеяла такой же контейнер и решила еще посажу. Тоже семена вот сюда высыпаю. Они тоже очень мелкие. Даже вот так вот сюда их. Тоже вот так вот присаливая. Распределяю по поверхности грунта. Дербенник — неприхотливое растение. Посадил, можно сказать, и забыл. Для ленивых дачников. И очень красивое, кстати. Для ленивых дачников это вообще удачный цветок. Смотрите, какой красивый. Он в саду примерно метр, 1,20 м. Вот. Так красиво цветет. То же самое из пульверизатора смачиваю. Накрываю крышкой и под лампу. Так, следующее у нас эхиноцея. Эхиноцея у меня здесь всего по 3 семечка. Вот такие вот розовые, белые, по 3 семечка. Я взяла вот такие вот стаканчики 100-граммовые, сделала пометочки и сразу написала, что у меня там 3 штуки. Вот, чтобы не забыть, удобно, когда всходит, еще понять, сколько еще семян ждать. Так, у хиноцеи семена покрупнее. Вот 3 семечки. С ними попроще, конечно, работать. Просто вот я их так разложу.
по стаканчику равномерно. Вот три семечки. Так, розовая. Розовая, не перепутать. Я уже подписала здесь белая и розовая. Так, и белая. Три семечки. Эхиноцея мы присыпаем грунтом, потому что семена крупные, и когда они всходят, им нужно снять оболочку, росточки, когда всходят. Я вот так вот присыпаю, немножко приминаю и смачиваю хорошенечко. Вот такой у меня пульверизатор, аккумуляторный в него. То есть в воду я добавила свой любимый HB101. Он ускоряет прорастание семян. Так, следующий у нас на очереди шалфей дубравный. Так, шалфей семена вот покрупнее, чем у Вероники и Дербеника. Ну, конечно, поменьше, чем у эхиноцеи. Сейчас я вот высыплю, начну с голубого. По 20 семян я купила. Думаю, наверное, мало. А вдруг зайдет мало. Ну ничего, начнем с этого. Каплю HB101, это стимулятор прорастания. И сейчас буду зубочисткой вот так вот семечки выкладывать на поверхность грунта. Распределю вот равномерно. То есть вот смотрите. Так вот макаю сначала в HB, подцепляю семечку и кладу в грунт. Ну вот и все, я семена распределила по грунту. Тоже хорошенько смачиваю. Салфей вот можно немножко присыпать. У него семена не такие мелкие, там, как у Вероники и Дербеника. Вот, его немножечко присыпем. Так вот, хорошенько смочим и зажмем. Накроем крышкой и под лампу. Ну что, посевы готовы. Теперь осталось убрать под лампу и ждать всходов. Эхиноцею я накрывать не буду ничем, просто буду смотреть, чтобы не подсыхало. Вот. Такие вот семена мы с вами сегодня посеяли. А на очереди у меня следующие посевы будут манжетки Лиатриса. Также я купила вот гехеру в семенах. Гехера, говорят, очень сложно и долго всходит. Ну что, посмотрим. Вот. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Друзья, скоро выложу обзор моей рассады. Многолетников у меня уже кое-что взошло, так что кому интересно, не пропустите. До новых встреч. Пока-пока.